Всем привет, ребятки! Меня зовут Луцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Суню. Санни. Сунни. Не знаю. Для которой понадобится один обычный топор. Хотя нет. Штук 6-7 обычных топоров. Вам, думаю, хватит. Надо сломать стенку первого уровня. И тут будет 9 ящиков. 3, да, 6, 9. Готово. От трех волн я избавился. Давайте смотреть. Так, тут доски, бревна. Хорошо. Разрушить. Разрушитель. Слитки, аптечки. Окей. Тут еще и бревна есть. Давайте так заберу. Дальше. Топорик возьму. Угу. Пистолет. Аптечки, бинты, изолента, доски тоже заберу. Бревна тоже заберу. Следующий бензин, микросхема. Что еще? Слитки, изолента, доски. Ну, хотя оставлю, может, еще найду. Дубовые доски, один красный талон. И еще доски. Бинты, вернее, бинт. И последний ящик. Ничего такого интересного нету. Да, печально. Так, здесь два дубовых бревна. Верстак пустой. Да, что-то сломаю. Тут тоже пусто. Печальненько. Ну, в общем, байки ничего не складывал. Тут еще можно найти. Вот так вот забрать. Ну и больше тут ничего нету. Вот такой вот рейд. Ну, обычная база, которой не нужна сишка, а можно справиться обычными топорами. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.